Отлично. Сегодня мы находимся в Шарджа, в парке инновационном, где строится площадка для испытания, сертификации технологии в тропическом исполнении. Технологии Skyway, инновационного вида транспорта. Эта технология скоро опоясит весь мир. Технология, которая может строиться вот в таких вот сложных климатических условиях. Причем очень эффективно, красиво, экономично, экологично. То, что надо для современной жизни, для сохранения природы. Друзья, все это создается нашими усилиями, усилиями множества людей, стран, территорий. Люди приехали со всего мира, со всех уголков планеты. Это и Европа, и Африка, Россия. Посмотрите, какие красивые опоры. Действительно, арабский размах. Здесь очень жарко. Идешь, и песок даже в обуви обжигает. Взгляните, вообще ничего не растет. То есть редкие кустарники. И скоро здесь будет действительно эталон природного разнообразия. Здесь будет раскинут сад по аналогии белорусского проекта. Уже построено основание дома, то есть это стены, фундамент, и скоро мы уже увидим готовый дом, где будут зеленые крыши, спасибо! Спасибо! Воу!